Азамат и Бегимай – обычные молодые люди, выросшие в селе. Они очень любят свой край и собираются жить здесь всегда. В снег, дождь и летнюю жару они, как и многие жители села, ждали транспорт под открытым небом. Однажды Азамат и Бегимай просто устали ждать, что кто-то может привести в порядок сельскую остановку, и решили взять все в свои руки. Узнав, что собирается сельский сход, они решили пойти туда, чтобы поднять проблему с остановкой. На сходе Азамат и Бегимай вместе со своими сверстниками предложили привести в порядок разбитую остановку в селе, установить козырек, поставить скамейку и урну для мусора. Идею все поддержали. Некоторые жители предложили помощь в виде стройматериалов, а Аил Акмату обещал обеспечить транспорт. Так Азамат и Бегимай вместе с молодежью села сумели привести в порядок остановку. На следующем сельском сходе молодежь предложила совместно решить проблему мусора в селе. Глава Аил Акмату помог молодежи с транспортом для вывоза мусора. Так они совместно решили еще одну проблему. Но на этом они не остановились. Бегимай и Азамат предложили установить детскую площадку, и с этим предложением обратились к своему земляку и предпринимателю Асану. Ему понравилась инициатива молодежи. Благодаря их общему усилиям теперь детишкам есть где играть. Активность, инициатива молодежи плюс поддержка органов местного самоуправления решают многие проблемы.